Здрасте! С вами Забава, Забавушка Душенька, и мы продолжаем планету Ланы. Планету Ланы! Ой, мы подошли к каким-то коконам. В прошлой серии, помните? Каким-то коконам подошли. Да, и в них, по-моему, в паутине были вот эти вот, ну как они называются? Роботы, не роботы. Да, вот, смотри! Ой! Ой, классно дело! Давай, прыгай! Так, молодец. Я говорю, мы приближаемся все ближе и ближе. Так, мы приближаемся куда? Тут обрыв большой. Так, тут большой обрыв, я прыгать с него не буду. Потому что, как мы знаем, когда Ланочка прыгает с большущей высоты, она разбивается в трибогат. Да, мой за нами не идет, кстати, потому что здесь что-то... Ну, давай посмотрим, что впереди. Может быть, есть какое-то бревно? Бревно какое-то есть, может. Это кто? А, он еще идет! Он идет! Так! Блин, меня тут замедлили! Я сейчас сожрет меня! Так! А, смотри, он какое-то время стоит! Так, он, смотри, он стоит и назад отходит! Блин, а чё ж ты подольше-то не постоял? Может быть... Ну да, друзья мои, скорее всего... Скорее всего, надо, чтобы через него мне перейти поверху. Давай я быстро попробую оббежать. Так, давай, реагируй. Так, давай, беги! Сейчас я попробую, пока он оттуда выползает. Я быстро, быстро, быстро... Ай, да блин, а я тут торможу, меня очень сильно тормозит, причем. Я, наверное, не успею так сделать. Черт! Так, ты главное стой там! Муи, за мной! А, не! 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 Ой, ну у него, смотри, у него... Так, подожди, Муи, ты стой вот здесь. Стой вот здесь пока. Стой вот здесь. Я еще раз попробую. Так а что попробую? У меня не получается. У меня не получается. Она очень медленно. Очень медленно убегает от него. Муи здесь никуда не поставить. Он через эту речку, море, океан не перейдет. Правильно, правильно. Не перейдет он сюда. Его сюда никак и не поставишь, чтобы поработить вот этого. Так, пошли! Пошли! Ну он, кстати! Мне надо как-то, чтобы с ним Муи взаимодействовал. У него вот эти вот глаза круглые, а с глазами круглыми взаимодействует Муи. Я как робот. Так, что это? Так, Юха! Я же говорю! Да, смотри, так, Юшка! С глазами, с круглыми, с живыми у нас взаимодействует всегда Муи, получается. Муи! А я взаимодействую с роботами. Вот, конечно! Юшка! Так, мы порабощаем его. Порабощаем. Так, давай, 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 давай. А? Че, все? Смотри, он стал на месте стоять. Короче, давай быстрее. Я не знаю, сколько по времени он будет стоять, поэтому Лана, шевели. Лана, шевели, давай скорее. Боже мой. Вот. Фу. Так, давай, 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 давай. Все получилось. Мой, наверное, тоже, давай, отпускай. А, он, кстати, сам отпустился. Я его и не звала, он сам. Фу. Больше страшный. Смотри, оба она и назад заползает. Классно, классно. Надо запомнить, что именно с этими живыми взаимодействуют Муи. А я взаимодействую, могу взаимодействовать с роботами, с железками. Так, ладно, ладно. Ну, тут немножко помешкались, но не застряли, не застряли. Это радует. Радует. Фу. Why?
перенервничала с этим большим огромным, думала сожрет. Думала сожрет. Да, куда там мой стартанул? Так, это ты куда? Ой, нифига муи, как драпать умеет. Я так не могу. Муи, видите этого несущегося котяр? Да, конечно. Ой, красиво. Ой. Ой, какая песня красивая. Ой. Это всегда такую музыку и песенку включает, когда, да, показывают эти красоты, и мы бежим, бежим долго. Бежим долго. Давай послушаем. Ой, а там что? Ай, красота. Ну да, долго бежим, долго. Ой. Могу останавливаться, это все-таки я бегу. Я думала, уберу-ка палец я с клавиши. Нет, она тормозит сразу. Останавливается. Ой, ну такая добрая игрушка, ну классная. Ой. Бежали, по-моему. Классно, классно. Да, нужно, ну, да, надо обязательно посидеть, отдохнуть. Ой. Ой, вот этот глаз, вот этот железный, тебе обязательно все испортить надо. Такое-такое умиротворение было, не знаю, такое прямо, знаешь, воодушевление, Лиля? Что ли. Да. Ладно, друзья мои. Ладно, бежали, бежали и прибежали. Сейчас начнутся у нас великие приключения. Вижу кустики, елки-палки, прятаться надо. Прятаться сто пудов надо будет, если есть кусты. Ило! Да. То не кричи зря, Ило, или как там ее, потому что сейчас появятся роботы. Ило! Мы на какой-то пустыне очутились, оказались, слушай. Это пустыня. Ой. Слушай, сегодня надо серию назвать «Бегущий». Есть кино «Бегущий по лезвию». Так, это кто? А мы «Бегущие в пустыне». Вот, конечно. Да. Так, ладно. Вот теперь загадка для ума. Но здесь-то он не должен нас видеть, между прочим. Да, они не видят. Они не видят. Я могу не пригибаться, не прислоняться. Так, Муи, стой тут. Ящик. Да, блин! Ой-о! О, господи! Нет, ты не видел, не видел! Сожрал! Ну потому что что? Ну, меня музыка вот эта пустынная, она меня расслабила. Расслабила. Так. Нет, наверх забраться. Муи, стой тут. Муи, стой тут. Вперед хода нету, надо поверху. Конечно, когда он отвернется, обернется, я прыгну. Так, давай. Так, давай, 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 давай. Так, немножко подбежали. Прыгай. Да прыгай. Так. Так, а Муи-то? А Муи-то как я здесь делаю? Так, давай я вот сюда спрячусь. Так, хорошо. Ха, а как Муи?
Муи! Быстро! Все, бежим! Да, получилось! Но это было легко. Это было достаточно легко. Ладно. Ладно, тут что, тоже кто-то есть? Нет, здесь, по-моему, никого нет. Опять пустыня. Ну там клетки пустые. Да там пустые клетки, пустые. Не ори. Видно же, что в них никого нету. Ну или, может быть, они на таком расстоянии не видны, кто в них сидит. Ну, кстати, как вариант, да. Как вариант, да. Вообще, по идее-то, по сюжету, вот эти роботы, они уносят все живое куда-то, куда я не знаю. И что там делают они с ними, не знаю. И зачем они им, я не знаю. Так, это что такое? Ладно. Наверху, смотри, есть чем-то взаимодействовать. Есть наверху. Ладно, запомнили. Так. Это что, прыгать? Давай! Так, смотри, появился глаз. Появился глаз, с которым опять-таки взаимодействует только Муи, мы помним. Блин, слушай, надо Муи туда. Надо Муи мне поставить вот сюда, смотри, да, когда свет... А, все. Так, вставай сюда. Я сейчас постараюсь этот свет убрать, потому что, смотри, глаз открывается только тогда. Так, вот! Ой, я что, упала? А я какую кнопку-то нажала? Я, короче, самоубился. Ладно. Ладно, все. Видел, там у Муи появилась кнопочка. Да, он может вот с этим вот повзаимодействовать. Помоги, становись Муи. Сюда. Да, становись сюда. Так, давай, оба-на. Хиалю. Так. В ту сторону? Смотри, у него вытаскивается хвост. Для чего? А, он закрыл эту синенькую штуку и опустился лифт. Опустился лифт. Так, я могу допрыгнуть? Да, Муи, держи пока этот глаз, держи. Так, я попробую сейчас на этот лифт забраться. Так, хорошо. Хорошо, я-то забралась. Так, могу взаимодействовать? Так. Ха, ну-ка, Муи, опусти. Отпусти. Има. А чё? А! Или ты теперь оттяни его, наоборот, оттяни. Да, смотри, ты оттянешь, и он, по идее-то, Так, Муи, ко мне иди. Он, по идее, должен сейчас поехать. Да, я жду тебя, чтобы нажать кнопочку. Так. Хорошо, но опять появилась кнопка. Так. Муи, кстати, тоже мог взаимодействовать с этим лифтом, по-моему. Так, ладно. Ладно. О, интересно, интересно. Прикольно, интересно. Так. Наверху. О боже. Так, а мне что надо? Типа назад надо спрыгнуть? Муи, а там ты... Да, иди, ты туда сможешь. Ты сможешь туда. Нифига такое расстояние. Я думала, это будет проблема. Хелло. Во, веревка! Так, а назад? А как назад? Хелло. Прыгай! И давай меня туда! Блин, а там какая-то штукенция. Так, подожди, наверху теперь сложно. Мне нужно добраться до той кнопки. Зачем? Ой. Так. Давай. Если сейчас прижмусь вот так, потому что я сейчас не успею, он меня увидит или нет? Так, нормально, он меня не видит. Так, сейчас поднимается тот, я жду.
Так, я жду, хожу туда. А я успею? Ай, блин, надо нажать было, ай, чтобы он ехал. Так, а Муи как? А Муи? Так, смотри, нет, Муи, ты давай тоже ко мне. Ой, не, Муи, туда давай. Не, ты получается... Ладно, я его потом позову, может быть, он спрыгнет без всяких этих. Ладно, давай я одна попробую туда зайти. Все, я сейчас нажму кнопку, тот лифт другой опускаться будет. Опа! Олай. Так, Муи, ко мне! Муи, сюда! Все, фу! Классно! Так. Еще одно пройдено, еще одна головоломище пройдено. Но она легкая пока. Пока легкая, пока все понятно. Пока все понятно. Надеюсь, друзья мои, так будет и дальше. Так, ладно. Так, летучка есть наверху. Так, летучка есть наверху, здесь я пройти не могу. Ладно, тогда работаем и смотрим с этой стороны. Если я нажму вот эту штучку, что будет? Так, открывается вот эта штука. И закрывается эта штука. Так, Муи, а ты можешь взаимодействовать? Да, Муи, он может нажимать, чтобы было открыто. Так, ну давай. Так, сиди пока. Я сейчас попробую туда зайти, чтобы Муи закрыл меня там, потому что вот эта вот перегородка, он, видимо, не... Давай. Ну-ка, закрой. Я на всякий случай еще сяду. Вот, кстати. Так, а что дальше? А, дальше он открывает, и я бегу вправо. Угу. Так, Муи, готовься. Так. Быстро! Черт! Черт! О, божечки. Так, прыгай, что там у нас? Вот с этой штучкой уже могу взаимодействовать я. Это, по-моему, я порабощаю этого робота. А, какого робота? Я наоборот взаимодействую. О! Так. Теперь мы смотри... А, так Муи, будь-то готовим. Я теперь его вот этого затащу, туда пригну. Так, давай еще раз. Черт! Да блин, у меня не получается. А я могу туда, я хочу его там закрыть. Черт! Я представляете, надо было нажать еще, блин. Надо было пробел нажать взаимодействие. А так он, конечно, у меня улетал. Я его не примагнитила. Я его не примагнитила совершенно. Ай, мучаюсь с ним туда-сюда. Ой, блин, а забавка. Так, все. Давай, опускай ему и беги ко мне. Конечно. А так я нажала пробел, он примагнитился, и все, я его легко туда утащила. Так, Муи, давай сюда иди. Давай мне веревку срочно. Ой, ну блин. Конечно, когда Лана взаимодействует с роботами, надо нажимать пробел. И тогда она взаимодействует с ними. А я один раз нажала и давай.
И давай рада стараться. Ой, блин. Ладно. Ой, вау, прыгай! Мы сделали это! Ой! Ой, хорошо. Фу. Ну, главное догадаться не через 3 часа, знаешь, главное догадаться. Ой, добавка невнимательно, невнимательно играет она. Невнимательно. Ну, я стараюсь, конечно. Так. Слушай, ну вот это пустыня! Так, вижу уже, куда Муи пустить, чтобы он перегрыз. Так, помоги, давай, давай, грызи помоги. Там. Грызи. Давай, давай, давай. Ну, а здесь получается нам просто запрыгнуть. Просто запрыгнуть. А Муи как? Так. Но он здесь должен перепрыгнуть, должен. Пойдем. Олай! 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 Чё, сможешь? Ну, бежит, бежит! Может. Могёт. Так. Блин, опять это какая-то... Ой, а здесь ток! Ой, а здесь ток! Так. Блин! Муи, постой-ка здесь! Има. Я умерла. Ток надо где-то отключить ток. Хорошо. Где-то отключить ток надо. Ну и здесь стой. Так, вот эта вертелка, крутилка, она останавливается через какое-то время. Хорошо. Давай я попробую сначала пройти одна, посмотреть вообще что там. Так, здесь опять ток. Так, хорошо. Блин, рано! Рано прыгнула! Так, все понял. Все понял, пошли. Има. Так, Муи оставляю здесь. Правильно, правильно. Беги, блин, поздно начала. А, не, нормально. Нормально. Здесь вот, вот уже здесь нас чуть ли не сдует. Правильно, правильно. А, ну я, по крайней мере, стою на месте. Хоть против ветра не сопротивляться. Так, еще стой, стой, стой. Так, давай быстро. Так, хорошо, здесь мы перешли. Зачем? Блин. Ага. Ага. Так. Хорошо. Да блин! Почему она не перепрыгнула? Почему она не перепрыгнула? А, ну хорошо, что здесь начинаем. Блин, поздно. Поздно! Ну я просто посмотрела, запрыгну я туда вообще или нет. Запрыгну, запрыгну, ладно. А, кстати, я вон там. Все, что это я отключила? Отключила, получается, ток. Или что? Сейчас посмотрю. Я какую-то кнопку нажала, но дальше без Муи мне не пройти, потому что и вверху надо перегрызть что-то там кого-то. И вон туда надо залезть. Так. Да, смотри, здесь вот этих уже квадратиков токовых нету. Ладно. Беги! Так, хорошо, здесь-то я все отключила, и теперь могу подойти вот к этому прибору. Угу. Ладно. Ладно, хорошо. Что дает он нам? Что он нам дает? Так, взаимодействие вот с этим роботом. Так, взаимодействие с этим роботом. О, господи! Куда-то я вообще на нем залетела! Ух ты! Ух ты! Подожди! Лети, 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 лети! Так, это я куда?
Так, это я, по-моему, к нашим прилетела. Да, я прилетела к нашим. Но, блин. Отпусти пока. Пока отпусти. Давай посадим на него Муи. Посадим на него Муи, потому что там есть веревка. Не веревка, а вот эту, которая... Ну да, веревочка, которую надо перегрызти. Потому что в прошлой серии он у нас уже летал. Уже летал на этой штуковине. Да. Мне теперь надо таким же путем. Так, отдохнули. Отдохнули. Эй, а что? Его сдувает. Муи сдувает. Так, Муи сдувает. А, это уже сложно. Это уже сложно. А я здесь могу вот через этот? А как? Я ветер никак не отключу. Правильно? Правильно. Давай по низу. Так, давай тогда по низу попробуем. Давай, Ланочка, посадим Муи. Помоги, вот сюда. Я попробую по низу, но внизу тоже ветер. Внизу тоже ветер. Так. Да блин, его сдувает. Вот смотри, я хочу... Так, подожди. Смотри, здесь надо сломать. Я не могу вверх. Так, держись пока здесь, стой. Здесь стой. Вот, когда мы стоим, они... Оно нас... Так, и теперь давай. Хорошо. Так, сейчас. Так, вот мы сюда залетели, правильно, правильно. Где эта дырка-то была? Не, пониже. Так, мне надо наоборот вниз. Смотри! Вау! Вау! И теперь я смогу... Да, с Муи подняться через эту дырень. Ну давай попробуем, а там разве нет ветра? Разве там нет ветра? По-моему, там еще ёлки-палки, какой ветер. Ну давай попробуем! Так. Во! Так, что, сдули меня? Боже! Что произошло, я не видела. Ой! Так, нормально! Нормально! Теперь мы вот так висим. Так. Давай! Так. Сейчас. Я боюсь. Так, вот смотри, сейчас еще немножечко. Сейчас эту продует. Да! Так, не убейся ты. Так. Теперь мне надо... А куда? Вот здесь. Вот здесь. Во! Нажимай! Иди сюда! Ой, боженьки! Так, главное не... Вот так, обана, и теперь просто поднимись. Немножко сюда. Давай.
Все! Все, вот я отключила, и теперь мне надо... Да только не туда! А, в смысле, я вообще отключила все. А, как колесе, это я тоже отключила. Все! Фу. Фу, друзья мои. Все. Все, выдохнули. Выдохнули. Мозг у меня кипит, бурлит. Кипит, бурлит. Но мне нравится! Мне нравится! Ой. Ой, как классненько. Боже мой, боже мой. Муи! Муи! Олай. Все, пойдем. Все, пойдем. Мы это сделали. Фу. Ой. Давай сейчас. И раз. И два. И... Все, хорошо, пошли. Ой, ну вот это вот первое в игре, где мне было сложненько. Да, вот здесь вот эта локация, это первое за всю игру. У меня было очень много попыток. Очень много попыток. Моих дум! Что делать, как быть? Что делать и как быть? Ну а когда уже потом делаешь это все, получается, конечно, кажется, это вообще несложно. Так, здесь какие-то ямки. Так. Муи, опять можем туда. Так, опять можем туда. Муи, пока постой здесь. Так. Но если есть вот эти ямки, значит, надо Муи вот сюда. Так! А, беги! Все, а как мне теперь Муи-то? А как теперь Муи? Так, Муи мне как сюда? Так. Я смотри, я стою под этим камнем. Если я его на себя, он будет с моим камнем тут что-то чпоки-чпоки делать. И я тогда Муи. Муи, мне надо затормозить в кустах. В кустиках. Например. Ну-ка. Вот, видишь? Так, смотри, он остановился, Муи, в первом кустике. Под первым кустиком. Он туда не идет, он мне надо тоже. Смотри, оба-на! Посмотри на меня! Так, все, посмотрел на меня. Муи! Оп, вот здесь стой! Так, все, Муи во втором кустике. Все, Муи, ко мне! Сделали! Ну вот этих я научилась. Господи, научилась, говорю, обманывать. Так, Муи, пока здесь стой, я посмотрю, разведаю ситуевину. Разведаю ситуевину. Ого, огромный какой идет. Мы давай посмотрим с тобой, как он прыгает. Он прыгает только туда-сюда, обратно. Мне надо... А может быть я его, типа, посмотри вот сюда на меня, давай, он так увидит меня? А он меня тут не видит. Он меня тут не видит. Надо как-то, чтобы он увидел Муи. Вот, Муи, иди туда! Муи, ко мне! Блин, а как? Может быть, я поздно. Так, сейчас подожди, может быть, я поздно. Помоги ему. Да, беги! Получилось все! Да, получилось, получилось. О, классно. Ай! Так, а чё теперь делать? Смотри, камень между нами, между нами большой камень.
Луи! О, получается, у меня забрали Муи. У меня Муи, получается, забрали. А как теперь? Так его там что? Его, получается, там сейчас сожрут. Как бы быстро я не бежала, его сожрут, а потому что все там раз и все, блин. Это что у нас Муи забрали навсегда теперь? Муи! Где? Или что? Или вот этот вот сейчас робот пролетел, у него был Муи в этой... В сетке у него. Или сожрали Муи. Ой, бедненький Муи, бедный. Ну как же я без него? Он меня... Мы с ним... Блин, с ним не скучно хотя бы. С ним не скучно. Мы с ним врагов обманываем на изи-пизи. Ой, ну это добрая игрушка. Я надеюсь, что все-таки Муи нам отдадут в конце хотя бы. Муи! Теперь мы ищем не только свою сестру, но и Муи. Муи. Котика. Мы его потом возьмем к себе домой жить. Жить возьмем с собой. Я его не оставлю здесь. Не оставлю. Муи! Муи! Илю! Муи! Блин! Муи! Грустно. Смотри, помните, вот это место в самом начале нам показывали, где мы с сестрой обнялись, это возле вот этих камней. Лана! Да, мы вспоминаем. Да-да-да, ну-ка давай посмотрим, интересно. Интересно. Муи здесь. Муи тоже здесь. Ну, а теперь Муи это вместо сестры, потому что здесь мы бежали за сестрой. Помнишь? Нана! Илю! Има Муи! Куда-то нас зовет Муи, что-то хочет показать. Да вот, мы все вместе здесь. Мне, видимо, сон снится всегда. Вот такие моменты печальные, где мы все когда-то были вместе, снится. Да, они снятся. А это мы в своей деревне? Нет, по-моему, там, слушай, было по-другому немножко. Постройки были немножко другими. Теперь могу ходить. Так. Интересно. Интересно. Нет, это не наша деревня. Это не наша. Это какие-то другие построечки, мои хорошие. Да, потому что у нас была огромная деревня. Огромная деревня была. Блин, заканчивать надо. Ну, давай сейчас до первой сохраняшки, до еще одной. О, это кто? Да, извините. А? Дедушка какой-то. Тяй. Тяй. Она Лана. Да, меня зовут Лана. Раквен. 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 Татане. Лана, пама омена. Муи. Илю. Тилай, Лана. Олай, Ракуэн.
Короче, может, дедушка нам поможет? Блин, друзья мои, смотрите, я предлагаю на этом закончить, потому что дедушка нам будет помогать 100 пудов. Ну, мне хочется в это верить, Ну, а пока, если понравилось, ставь лайк и обязательно оставляй комментарий. Поцеловала, обняла, ушла, люблю, мои хорошие, пока.